Сданы в эксплуатацию новые построенные, капитально отремонтированные военные объекты. Заместитель министра обороны, начальник главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов и командующий сухопутными войсками генерал-лейтенант Энвер Эфендиев посетили учебную воинскую часть, одно из региональных подразделений Центрального продовольственного склада. Было доложено, что все объекты в воинской части оснащены необходимым оборудованием и инвентарем. Заместители министра дали указания о соблюдении правил безопасности во время технического обслуживания. Осмотрев новопостроенное здание штаба продовольственного склада и прицепную кухню, подразделения заместителей министра донесли соответствующие поручения главы оборонного ведомства в связи с организацией и несением службы на высоком уровне.